Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем особо святителя Ермогена. Да, действительно, святитель Ермоген оставил совершенно особый след в истории церкви нашей, нашего народа и нашей страны. Потому что его подвиг первосвятительский, который всегда связан с огромными трудностями и духовными вызовами, он был еще особым образом осложнен и тем историческим временем, в котором святитель Ермоген совершал свое служение. Это время было одним из немногих в истории нашего Отечества, когда враги, казалось бы, победили Русь. Но и в самом деле находились в самом центре Руси, в граде Москве. И можно себе представить, какая тяжесть была на сердце святителя Ермогена. Сколько же, наверное, горячих молитв возносил он ко Господу об избавлении России, страны нашей, от нашествия иноплеменных, от предательства. Как, наверное, он молился и мечтал о воссоздании всей духовной и прочей силы Руси. Но, наверное, в тот момент, когда находился в заточении здесь, в подвале чудового монастыря, к сожалению, разрушенного и до сих пор не восстановленного, вот в том самом подвале, когда и голодом, и холодом его пытались принудить к измене, а также и посулами. Но ведь святитель оказался выше всех, кто склонял его к измене. Он духовно оказался сильнее всей этой вражьей силы, которая вошла в самое сердце нашей страны. Один старец-патриарх, от которого зависело, будет существовать независимая страна, сумеет она сбросить с себя оковы оккупантов или добровольно подчиниться иной власти. А когда требовали у святителя обратиться к народу русскому с соответствующим воззванием оккупанты, он понимал, что его слова могут произвести непоправимый и неисцеляемый разрыв в русском народе, а потому такое ослабление страны, в результате которого она могла бы долгие годы стать под контроль и господство иноземной и иноверной силы. И святитель Ермоген в себе, пожилом человеке, изможденным голодом и холодом, находит силы отвергнуть все предложения и предателей, и оккупантов. И тем самым этот старец-патриарх спасает Россию. Вот, к сожалению, в наших учебниках истории о многом говорится. Может быть, теперь какие-то есть и коррективы. Но когда я учил, ни одного слова не было сказано об этом судьбоносном для страны подвиге святителя. Вот дай Бог, чтобы наше нынешнее молодое поколение воспитывалось в понимании того, какую судьбоносную роль тогда сыграл патриарх и какое значение его слова и его мужественная позиция, в том числе и предопределившая его исповедническую кончину, имела для того, чтобы страна наша осталась независимой, сильной и чтобы сохранилась вера православная в народе нашем. И, наверное, нигде, ни в каком другом месте мы не чувствуем всего того, что связано с личностью святейшего патриарха, как здесь, в этом святом храме, как здесь, у его гробницы. И поэтому Успенский собор Московского Кремля, главный храм Святой Руси, и есть то место, где мы особенно должны молиться, в том числе и прося святителя Ермогена об Отечестве нашем, о всей Руси,
о преодолении расколов и разделений на русской земле, о воссоединении народа нашего и укреплении единой Русской Православной Церкви, матери всего многонационального народа нашего, и даже тех, кто, может быть, не в полной мере причисляет себя к православию через духовно-культурную традицию, созданную, вскормленную, охраняемую Церковью, люди получают то, что ни от какого другого источника получить невозможно. И вот эта роль Церкви особенно испытывалась в то страшное смутное время. И то, что она осталась великой, непобраченной, значительной для судеб народа, во многом заслуга старца-патриарха, который не убоялся ни холода, ни голода, ни самой смерти, но, как и подобает предстоятелю церкви, остался вместе со своим народом, вместе своей со церковью и, конечно, с Господом, который и укрепил его на этот исповеднический и мученический путь. Его молитвами да хранит Господь землю русскую, да хранит Господь церковь нашу и да хранит каждого от всякого зла, от всяких искушений и соблазнов, кто с верой в молитве притекает к его заступничеству и помощи. Аминь.